перед вами помидор. Он порезан, тут уже мало что осталось от него. Но вы уже по одному виду догадываетесь, что там не просто так. И я подтверждаю. И чтобы, знаете, чтобы наш дальнейший разговор не был голословным, я, пожалуйста, вот вам... Да. Вкусил. Это офигительно сказать, что ты сажал помидоры, блин. Называется помидор Black Russian. То есть афро-русский. Фактически. Вот, и... Афро-русские помидоры нам сейчас нужны. Толик расскажет, где брал. Все очень просто. Так. На американской ферме растут плантации помидоров, которые американцы называют Black Russian. Так. В Ростове это называлось бычье сердце. Это вот тот же. В каких-то еще местах еще как-то называлось. Перловим. А здесь Black Russian. Поэтому, но есть интересное мнение. Многие люди приезжают в Америку. Так. И говорят, все, ну может там что-то и хорошо, но эти помидоры пластмассовые, это такой кошмар. Потому что они зашли в Safeway один раз, может еще куда-то. Ребята, приезжайте к нам. У нас на ферме раскладка такая, но... Главное, нюанс. Можно помидоры добавить? Мы кушаем только 2-3 раза месяца в году, тогда, когда они растут. Как все нормальные люди. А потом мы их не кушаем, потому что потом тогда? Они пластмассовые. А что после них? Ну, это зависит от времени. Да. Фиги. Так. Начинается лето, допустим, с черешни. Да. Потом идут сливы, абрикосы. Вот мы съедаем ящиками и коробками то, что идет в этот сезон. Да. Это, а зимой... А заканчиваем парсимонами. Да. Это как по-русски? Хурма. Это хурма по-русски. Хурма. Да. Хурма. И вы должны закончить это все словами. И прекрасно себя чувствуем. Да. А постимся зимой. Это хорошо. Тогда мы уже едим мясо. Едут две бабки в трамвае, скажем. И одна другой говорит, ну они старые уже, глухие, слепые такие, знаешь. Хорошие бабки. Настоящие бабки. А трамвай, да. Одна другая. Электрички. Была вчера на базаре. Не поверишь. Вот такие помидоры. Вот такие огурцы. Вторая так наклонится. А где он живет?